associate for AP. Согласно предварительным данным, полученным от областных городов Астана и Алматы избирательных комиссий, голоса избирателей распределились следующим образом. За Народно-демократическую партию Нур-Отан проголосовало 80,74% избирателей. За партию патриотов Казахстана 0,89%. За Демократическую партию Казахстана Ак-Жол 7,46%. За Общенациональную социал-демократическую партию 1,59%. За Коммунистическую народную партию Казахстана 7,2%. Новый год, новые выборы, новые депутаты. Вот, они должны это исправить. Не как в прошлые разы. Должно что-то измениться. Люди должны быть ответственнее относиться к своему делу.